В Ноябрьске осудят женщину, похитившую со счетов ямальцев почти 500 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Предприимчивая дама проживает в Челябинске. За год с октября 2017 по сентябрь 2018 года она похитила у 30 жителей нашего округа почти 500 000 рублей. Обвиняемая располагала данными банковских карт ямальцев и переводила с них деньги при помощи банковского онлайн-сервиса. После получения смс-сообщения с кодом владельцу карты женщина тут же перезванивала получателю и представлялась сотрудницей банка. Она сообщала о попытке хищения средств. После того, как владелец карты передавал все данные, полученные в смс-сообщении, счета опустошались.